совсем какой-то. Подожди, давай еще раз, заново. Нет, она уже заново так не кинет. Давай. Rise like a phoenix. Что должно произойти? Ну, а дальше? Я не знаю слов. Майтка. Майтка. 100 лет не тряслась. Без гирочки. Что это? Антонь! Ты дура, тишина? А это белое, что за здание? Инга, а где Кевин? Кевин! Что происходит? Инга! Инга, а где Кевин? Пока ждала, я сделала видосик. Где Рома? Рома! Писала очередь подпудрить носик. Надя Трофиева, тебе привет большой. Друзья, вот так вот ходишь, да? А метро работает до 3 ночи. И ты такой чик, и все, и не заплатил Uber 8 евро. Женщина, фу. Фу, женщина. Run. Там не все так плохо. Подожди, я не могу, мне самое скучно. Любить, навелюсь. Не так все было. Как? С ума схожу и возложу. Что ты там возложишь? Посхожу. Цветы на мемориал слава. Дурик, не снимай! Господи, мы с ним в Амстердаме, что происходит? Где наша Татьяна? Так идешь по немецкому метро и встречаешь Адель. Hello, it's me. Менеджер Адель. Злая Адель. А что снимаешь без фильтра? Маленькие хроники моего предложения. Мы сейчас едем в трамвае. Вот, девочки везут цветы. Мы их вместе собирали. Вот. А ты, маленькая мразь, когда увидишь это видео, мы его смонтируем, чтобы ты знал, за что ты на меня орал и почему эта подготовка была так долго. Нам осталось где-то 50 метров до того места, где все произойдет. Як кажуть, то все excited. Свидетели идут. Иеговы. Главное, чтобы он не зашел и не начал говорить. Он, что за хрена? Это будут наши дети смотреть. Можно я без матов? Какие-то слова. Мы тут просто репетируем мою речь. Репетиция суперспектакля. А я вам сейчас попробую. И 14 китят. Велосипедисты фоном. Пока мы тут все на нервах, пока мы все на нервах и репетируем мою речь все вместе с персоналом ресторана. Который говорит на итальянском. Да, Лена почему-то меряет куртку. Для нее это важнее. Она разряжает обстановку. Батарею она разряжает. You give me hope and consolation. Нам справа. You give me strength to carry on. Ты лучшее, что случалось со мной за последнее время. И ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Ты знаешь, что ты единственный человек, с которым я могу проходить и хорошее, и плохое. И
радоваться тем каким-то приятным моментам, которые есть в жизни. Я знаю, что когда ты рядом, все равно совсем по-другому. И мир яркий, я знаю, что я смогу все. Я смогу с ней благодарить. Вот. И все равно не просто так, потому что я хочу услышать ответ на самый главный вопрос. Месси Роман Николаевич, скажи, пожалуйста, тебе выдержно? Мне до сих пор не верится, что музыка Монатик собирает таких прекрасных людей вместе, а еще и за границей. Но ничего себе, спасибо вам всем за то, что вы здесь. Это большое счастье. Я буду с вами сегодня, и как и всегда, максимально честным. Вы простите, что я в образе физрука сегодня. Вокруг тебя весь мир, вокруг тебя весь мир.